На этом объекте, друзья, нам очень любезно решили помочь производители биостанции, называется «Аквалос». Это Дмитрий, главный инженер этого завода, этого производителя. Он сейчас немножко расскажет, что за станция, почему именно такая и как ее устанавливали, да, наверное? Ну, так, в двух словах. Да, вам да, слово. Да, здравствуйте. Да. Во-первых, большое спасибо, действительно. Не очень многие, к сожалению, откликнулись на наш призыв помочь семье, Ольге, Маше. Ну, вот одни из тех добросовестных и великодушных людей – это вот производители биостанции. Расскажите о них, потому что нас смотрят зрители, им тоже нужна биостанция. Возможно. Во-первых, давайте, какая она? Это станция аэрационная, биологической очистки. Аэрационная означает, что она вот за счет... Да, за счет того, что в ней стоит компрессор, в ней стоит аэратор, происходит насыщение кислородом и происходят все биологические процессы по зарождению бактерий и тех бактерий, которые в дальнейшем и очищают стоки хозяйственно-бытовые, которые из дома подходят сюда. Все понятно. Так, это мы рассказали о принципе действия. Да. Какая она там, не знаю, по объему, по... как-то зависит от количества людей проживающих. Потому что люди стоят перед выбором биостанции. Мало того, что они уже поняли, что надо выбирать «Аквалос», потому что это великодушные, классные ребята. Но тут еще нужно же понять, какую там бывают. Большие, маленькие, средние или какие они бывают? Как они делятся? Ну, станции бывают от двух человек и до максимального значения. То есть мы делаем станции. То есть я и для подвожу это к тому, что биостанцию нужно выбирать еще и по своему объему. А этот объем зависит от количества людей, постоянно проживающих в доме. Конечно. Давайте разберем разные ситуации. Потому что я знаю точно, что людей это волнует. Вернее, их это не волнует, потому что они об этом не знают. Что вот в этом доме постоянно будут проживать два человека. Но в гости могут приехать, например, еще два или еще три. Нужно в связи с этим биостанцию как-то брать больше? Или вот по какому принципу? Конечно, поэтому станция подбирается по объему. Будут приезжать гости, будут приезжать какие-то знакомые, может быть, праздники детские, не детские. Поэтому подобрали здесь станцию «Аквалос 4». Ну, почти у всех производителей вот эта цифра в названии станции, она и означает условное проживание количества людей, условных людей. Потому что и два человека могут больше. Ну и могут и 4 меньше. Но условно 4 человека эта станция рассчитана. 800 литров стоков в сутки. Ну и залповый сброс, она 230 литров. То есть 800... Давайте расшифровывать все термины, потому что люди, которые впервые слышат их, они не знают. Для вас это ежедневное... Да. Существуют нормы и правила, по которым рассчитывается потребление на одного человека воды. В среднем это где-то 180-200 литров. Ну, для простоты подсчета, да, 200 литров. Для простоты 200 литров. Вот, на 4 человека 800 литров, да. Здесь можно и помыться, и ребенка помыть хорошо, не экономить на стоках. Соответственно, и залповый сброс здесь, она уже 230 залповый литров. Залповый сброс – это вы набрали в ванну тонну. Не тонну, да, 200 литров условно. Да. Здесь и залповый взрос какой? 230 литров. Вот, то есть, если вы в ванну набрали 230 литров, открыли пробку и залпом ее сбросили, то эта станция выдержит. А если больше, может произойти перелив, да? Да, если больше, то произойдет просто переполнение станции. И, ну, соответственно, ну, больше даже, он не то, что на переполнение, он влияет на... Бактерии будут с водой просто выливаться. Утекать, да, и становится концентрация маленькая, и станция... плохо работает, или перестает. Будет и да, обновиться. Надо будет заново ей войти в рабочее состояние. Ну вот еще такой момент. Работает здесь поговорка «маслом кашу не испортишь». То есть, если здесь предполагается 4, ну, 2 вернее, то, может быть, кто-то захочет, допустим, там, блин, станцию на 6 человек, на 8 человек. Ну, есть бабки, и давай. Здесь такая поговорка не работает. Не работает. Вот это тоже очень важно сказать, потому что я периодически слышу, что мои заказчики, мои клиенты говорят: плачу. Нет, да, неправильно это. Да, были такие случаи у нас, такие клиенты, у всех, наверное, попадались, которые говорят: да, давайте мне сразу 10-ку поставьте, да, и все. Чтобы не думать ни о чем, не считать эти залповые сбросы и так далее. Да, ну, отсутствие биологического материала, ну, это... То, что человек. Короче, в туалете, какать нужно будет тогда за 10-рых, если вы хотите станцию на 10 человек поставить. Правильно? Главное условие, чтобы это делать дома, да, чтобы все, станция работала. Ну, 2 человека на 10, ну, это будет капля в море. Никогда. Понятно?
Хорошо. Вопрос. Это септик? Ну, в традиционном понимании для людей, которые, так скажем, мало с этим знакомы, ну, конечно, это как бы септик, но станция биологической очистки аэрационная, это не в классическом понимании. Классический вот, септик, он... Вот давайте это и объясним, потому что люди все, даже я знаю, что в строительных компаниях очень многие это называют септиком. Друзья, это не септик. Объясните, почему. Это не септик, да. Классический септик – это три емкости без какого-либо электричества, без аэрации, без всего. Просто из одной емкости в другую перетекает, и бактерии там совсем другие. Здесь бактерии аэробные, там анаэробные. Там принцип действия в том, что все эти массы, они осаждаются на дне. Зарождаются, да, бактерии, только другие, не как здесь. Здесь воздух, здесь специальная подпитка идет, чтобы это был живой организм. И поэтому эта станция, да, она больше боится химии, то есть он хлорсодержащая, да, ну, в частности, для домов это хлорсодержащие чистящие жидкости. Это единственное, что она боится, да. Ага. Туалетную бумагу боится? Все остальное, она, нет. Бумага, волосы, здесь никаких проблем нет. А что с ним происходит, вот с волосами, мне кажется? Бумага, ладно, волосы, она... здесь есть специальный волосоуловитель и уловитель крупных, все равно... Кто-то что-то сбрасывает. Прокладки, гигиенические какие-то средства, они попадают. Там специально есть волосоуловитель, на нем это все задерживается. Просто с какой-то периодичностью нужно будет это чистить. Да. Ваша компания, ну или ваши там дилеры, они оказывают такие услуги? Или это надо самостоятельно там возиться со всем этим делом? Наша компания, безусловно, оказывает такие услуги. Я думаю, что любой дилер оказывает такие услуги. Но а с какой периодичностью надо туда заглядывать? Станция настолько проста, что и, в принципе, ну, любой мужчина, скажем, да, женщина, конечно, сможет самостоятельно обслужить эту станцию. Периодичность мы рекомендуем раз в полгода. Но некоторые раз в год делают. Все зависит от количества поступаемых стоков. И у всех по-разному происходит. Кто-то раз в полгода уже много ила. У кого-то и за год мало. Ну, если мы затронули тему септика, давайте немножко об этом тоже поговорим. Поправьте меня, я просто хочу сам свои эти знания проверить теоретически. Септик, у него в чем плюс? В том, что не обязательно электричество. Энергонезависимый. То есть, получается, дачный дом, в котором постоянно люди не проживают в зимнее время, для него септик. Биостанция к нему как раз-таки не подойдет, потому что все время нужно электричество, правильно? Да, здесь нужно электричество, потому что работает компрессор. В случае вот этой станции, которая принудительный отвод очищенной воды, здесь еще стоит обычный дренажный насос. Вот. Конечно, здесь нужно электричество. Да, там отключение электричества временное никак не влияет на работу. А на какое время? Вот на сутки, если отключат? На сутки, если отключат, в плане работы станции не повлияет. Но если мы не прекратим сток, она просто может переполниться. Если она не с самотечным удалением воды. Если вода чистая. Еще вот, опять-таки, проверяя свои знания, есть существенная разница в степени очистки воды у септика и у биостанции. Почему во многих коттеджных поселках, достаточно современных, септики запрещают ставить? Потому что есть запах, правильно? Да, запах, безусловно, степень очистки остается. Вот в цифрах, как то, что в моей голове имеется, септик очищает примерно на 60-70, по-моему, процентов, да? А этот на 90 с чем-то. На 98, да, если станция работает, нее не отравили. То есть вода, которая вытекает из этого, ну, или сбрасывается после очистки, можно использовать для полива огородов? Да. Можно? Ну, кроме плодовых. Ага. Соответственно, можно вливать в сточную канаву, и никаких запахов там по округе не будет? Никаких запахов нет. Более того, станция абсолютно герметична. И внутри так называемый ил, бактерии, которые живут, это, ну, не в чистом виде остатки фекалий, да, а это как удобрение. То есть это ил без цвета, без характерного запаха. То есть это органическое соединение, которое как удобрение. То есть можно использовать вот и для полива огорода. То есть это серьезная разница, на мой взгляд. Когда вы устанавливаете на свой дачный участок септик, нужно понимать, что, возможно, будут какие-то запахи и такие не совсем приятные. Еще существенный момент, что, как правило, колодцы, когда делают, устанавливая септик, их делают без дна, не герметичные. Ну да.
То есть люди рассчитывают на то, что вода, ее не нужно будет откачивать, ее не нужно никуда. Она как-то будет, она будет фильтроваться через грунт. Но это в чистом виде заражения почвы. Загрязнение. Загрязнение почвы, да. И тем более, если это у вас на участке, на своем участке, где тут же забор воды, колодец, скважина и так далее. Давайте долго не буду мучить. Последний вопрос. Всех волнует стоимость. Знаете, не знаете, помните, не помните, хотя бы примерно порядок. Не подготовился к этому вопросу. Ну, хотя бы примерно. У нас на официальном сайте нашей компании все цены на абсолютно все модели станций есть. Они один в один всегда обновляются. Никаких. То есть на сайте, ссылка на который, кстати, будет в описании, будут актуальные цены. Вы работаете только в московском регионе? Нет, мы работаем почти по всей России. У нас есть представительства во многих областях, даже далеких. И плюс у нас есть даже завод в Ингушетии. Хорошо. Свой. Очень круто. А эти цены, которые у вас размещены на сайте, они актуальны для того региона, откуда зашли на сайт? Абсолютно они одинаковые. А, они одинаковые. Потому что для всех дилеров у нас дилерская программа есть. Мы за этим четко следим. Дилеры не могут как сильно демпинговать, также не могут какие-то высокие цены. А стоимость монтажа от чего зависит? От модели станции, от размера станции, от грунта. От каких-то условий, наверное, да? Ну, но это уже стоимость монтажа нужно уточнять непосредственно у установщиков, которые приехали к вам на участок, измерили расстояние от дома до канавы, уклоны, размеры, вот это все, да, грунты. Да, кстати, станция очень легко устанавливается, то есть некоторые люди сами, мы даем схему монтажа, люди сами, ну, кого-то работают рабочие. Есть какая-то видеоинструкция? Есть все, да, есть, все конечно, есть. У нас и канал на YouTube есть, очень много видео, и на сайте можно это посмотреть, то есть люди сами подготавливают, копают, приезжает инженер, делают только шеф-монтаж. То есть это подключение, впаивание, вход, выход, а остальное все говорит, что делать. И эта услуга намного дешевле, ну, естественно, шеф-монтаж, чем сам монтаж, тем более, если идет строительство дома или какие-то рабочие есть у людей. Еще раз, вам огромное спасибо. Ссылочки будут в описании на YouTube-канал, на сайт, на цены, на все. Спасибо.